Всем привет, с вами я, сталкер-баннерщик, и это, ну, можно и так сказать, да, это Stalker Online, сервер раннего доступа и новый персонаж, так как речь пойдет о нем. Привет всем сталкерам, привет разработчикам. Ну что же, нас разбанили, это хорошая новость, вторая хорошая новость, баги поправили, ну, из-за которых нас, в принципе, и забанили. Ну, давайте обо всем по порядку. Под видео есть ссылочка на эту новость. Ну, эта новость также есть и на официальной группе, в официальной группе игры Stalker Online. Итак, дневники разработчиков. Сталкеры, некоторые из вас обратили внимание на вчерашнее закрытие доступа к СРД. К сожалению, в результате ошибки часть игроков смогла получить нечестное преимущество на сервере раннего доступа. Команда Stalker Online хочет подчеркнуть, что пользовательское соглашение действует вне зависимости от сервера, и блокировки учетных записей за нарушение правил игры будут выдаваться и на сервере раннего доступа в случае неоднократных нарушений. Однако в данном случае блокировки были произведены для того, чтобы игроки не продолжали получать нечестное преимущество дальше и распространять информацию об этом. По завершении тех работ на сервере раннего доступа часть игроков с самым большим количеством нарушений начнет игру сначала. Вот так вот. А у остальных игроков, замеченных за подозрительной активностью, будут изъяты предметы, полученные нечестным путем. И самое главное, заблокированные вчера, то есть 13 июня, учетные записи будут разблокированы. А мы понимаем, что часть игроков пытались воспроизвести данную ошибку, чтобы сообщить нам об этом, и мы благодарим их за это. Именно поэтому в данном случае мы не планируем наказывать кого-либо перманентной блокировкой учетной записи, однако напоминаем, что использование подобных ошибок является нарушением правил и на основных серверах будет наказываться по всей их строгости. Ну, дальше идет новость про объяснение системы торговли. Все-таки к данному видео это не относится. Кому интересно, перейдете по ссылочке, прочитаете. Итак, все тип-топ, нас разблокировали, но пока, к сожалению, я не смогу зайти на сервер, проверить, какие вещи, то есть часть вещей должны забрать были, или вообще должны все вещи были забрать. Я не знаю, что с моим аккаунтом. Как видите, у меня только загружается обновление. Да, после вчерашней блокировки я удалил игру, так как я не пользуюсь, если, то удаляю обычно. Но, а с другой стороны, мы проверили еще необходимую вещь, которой нету на основных серверах. А кто играет на основных серверах и кто играет на сервере раннего доступа, знает, что на старом клиенте нет файла Unistal, то есть нельзя удалить игру. Удаление игры происходит, ну каким образом? Удалить папку и все. То есть это типа удаления, но это неправильное удаление игры. И вот именно на новом персонаже, на сервере раннего доступа, ну и в дальнейшем, давайте мы откроем, вот, появился файл Unistal. Я как раз его вчера проверил, отлично удаляет игру. После этого остается папка со скриншотами, если она у вас, конечно же, была. Вы удаляете папку вручную, и в итоге все, игра корректно удалена с вашего компьютера. Так что вот вчерашняя блокировка и удаление клиента игры — это еще небольшой такой шажочек в плане теста. Потестили Unistal файл. Ну что же, сейчас у меня как раз загружается клиент снова. Загрузка идет медленно, но мы никуда не торопимся. Рано или поздно он загрузит, и мы зайдем, конечно, на свой аккаунт, посмотрим. Мне интересно, начну ли я игру сначала или нет. Но в любом случае, самое главное, аккаунты разбанили, конечно же, у всех сталкеров. Отпишите в комментариях, кто заходил уже, ну, какие вещи у вас удалили. Удалили ли действительно те вещи, которые вы получили незаконным путем. Или, может быть, удалили те вещи, которые вы реально законным путем получили. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить сталкеров, которые так или иначе меня поддерживали в комментариях к видео, вот к двум другим, где я рассказывал про блокировку аккаунта. Очень было приятно все это слышать. Ну и, конечно, спасибо разработчикам за то, что все оперативно поправили, аккаунты разблокировали, все тип-топ, продолжаем выживать. Всем до встречи, всем пока.